Конкурс «Дети читают стихи». Тюмина Александра, 11 лет. И управление города Канаша, Чувашская республика. Весна, весна на улице, весенние деньки. Как птицы заливаются трамвайные звонки. Шумная, веселая весенняя Москва. Еще не запыленная зеленая листва. Галдят грачи на дереве, шумят грузовики. Весна, весна на улице, весенние деньки. Тут прохожим не пройти, тут веревка на пути. Хором девочки считают 10 раз по 10. Это с нашего двора чемпионы, мастера. Носят прыгалки в кармане, скачут с самого утра. Во дворе и на бульваре, в переулке и в саду. И на каждом тротуаре у прохожих на виду. И